семье Зияевых трагедия произошла 5 января. Глава семейства Джумали Зияев с супругой возвращались ночью домой по южной магистрали. Как на него неслось гоночное авто, мужчина не заметил, потому как машина была темной, фары выключены, а скорость оказалась запредельной – почти 200 км в час. Несмотря на тяжелые травмы, мужчина несколько дней оставался в сознании, затем впал в кому, в которой находился более недели. Ну а после врачи уже не смогли его спасти. Виновного страшной аварии гонщика нашли, но, по словам племянницы погибшего, Джанары не задержали. В отношении случившегося до сих пор ведется расследование. Между тем, отмечает девушка, число пострадавших от ночных гонщиков продолжает увеличиваться. Был не единственный случай. Пока мы были в четвертой реанимации, поступило два человека с автонаездом гонщика на этих людей. Девушка до сих пор борется за жизнь. Многие пострадавшие не пишут заявление в милицию. Южная магистраль Бишкека – излюбленное место стрит-рейсеров. Как только с дорог сходит гололед, начинаются гонки. При этом сетуют местные жители, любителей повыделять адреналин совершенно не заботит, что своей забавой они подвергают риску не только своей жизни, но и жизни пешеходов и других водителей. Ну а те, кто живет рядом с дорогой, уже забыли, каково это – спать по ночам в тишине. В столичном ГУВД говорят, что о проблеме знают, и меры, чтобы утихомирить местных шумахеров, уже приняты. А именно, введена новая статья «Автохулиганство», которая начала действовать с января месяца. Это административный кодекс, 249-я статья, часть первая. Там именно гласит, если водитель массово собирает, устраивает показательную езду, гонки устраивает, нарушает общественный порядок, в отношении них уже принимается на законном основании. Есть меры пресечения, административное наказание есть. Штраф там от 3 до 5 тысяч. Однако для людей, вкладывающих $1000, чтобы усовершенствовать свое авто, штраф кажется не столь внушительным. Меж тем озаботила ситуация на ночных дорогах и депутатов Джугурку-Кенеша. Потому на ближайшем заседании профильного комитета вопрос ужесточения существующих норм все-таки поднимут. Речь пойдет о повышении штрафов для гонщиков. Мне кажется, вот правонарушение, оно еще на многих действует. Вот наказать рублем называется, да? То есть вот эти финансовые санкции, как мы их называем, увеличить, сделать такой штраф, чтобы в следующий раз неповадно было ездить, вот на такой скорости лететь. Однако ждать, пока вопрос этот решится, родственники пострадавших, да и мирные жители в бездействии не стали. Несколько дней назад они провели мирный митинг, в котором приняли участие около 200 человек. На том самом месте, где случилась страшная авария, которая впоследствии унесла жизнь Джумали Зияева. И написали обращение в мэрию с просьбой запретить гонки на территории столицы. Екатерина Ступкина, Владимир Кулбалдеев, НТС.